Да. Понятно. Добрый вечер, друзья. У нас тут Марина Дмитриева, директор Российского фестиваля современного искусства. И сегодня мы совместно с фондом художника Гриша Мягина представляем выставку. Представляем мы ее впервые в России, тем более впервые. В нашем формате Пикассо. Готовили мы ее с фондом художника Гриша Мягина больше года. Это более сложности, более трудности, я хочу поблагодарить команду Российского искусства, которая все это сделала. Я хочу поблагодарить фонд художников, Дмитрия Шемякина и лично Елену Чекалину, директора фонда. Спасибо.